Савино-Старожевский монастырь, уютные дореволюционные улочки Звенигорода, усадьба в Больших Веземах, где свое детство и юность провел Александр Сергеевич Пушкин. И это лишь сотая доля привлекательных мест Одинцовского городского округа. Русскому тоже есть чем ответить. На сегодняшний день Русь является лидером в рекреации. В Подмосковье это 100%. Я думаю, что и в Российской Федерации не каждый городской округ, но район, может похвастаться двумя громадными водохранилищами общей площадью 50 квадратных километров. 200 километров свободных от застройки береговой линии нет нигде. Туристический кластер «Западное Подмосковье» начал свою работу. Одинцовский и Русский городские округа объединили усилия по развитию качественного перекрестного отдыха. По словам экспертов, это соглашение позволит увеличить турпоток как минимум в 2 раза. Я уверен, что мы сможем создать уникальный продукт выходного дня, чтобы к нам приезжали люди вечером в пятницу, возвращались поздно вечером в воскресенье и проводили здесь в экологически чистой обстановке, в туристических интересных маршрутах, посещение музеев. Одинцовский район, он более крупно населен. Да, и мы соседи, у нас одна территория, и люди постоянно находятся в движении. Точно так же Одинцово соседствует с Москвой, и это прямая взаимосвязь по направлению основного там, турпотока, который мы хотим развивать. На межрегиональный инвестиционный форум приехало более 200 участников, представителей Калужской, Смоленской и Тверской областей, что еще раз доказывает, Подмосковье интересно инвесторам и туристам по всей России. Теперь основная задача округов – развитие общей инфраструктуры отдыха, разработка новых интересных маршрутов и программ, совместные фестивали, ярмарки и соревнования. Уже этой зимой в Западном Подмосковье скучать не придется. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».